Ну что, миленькие мои, золотые, а? Пора уже вещи в Краснодар собирать. А еще столько дел не переделано. Я вам прям завидую. Мама покормила, попоила, спать уложила, поиграла. Ничего вам собирать не надо. Нам еще посылку нужно отправить в Краснодар. Вещи собрать. Вам все для поезда приготовить. Пеленки, шмеленки, поилки, кормилки. Данина, папа. Бусюсик. Бусюсик, ты представляешь, сколько много нужно приготовить? Чего ты отвернулся? Ты не хочешь ничего подготавливать, да? Он Донечка его кость забрала, а он Донечкину забрал. Эх. Иногда я хочу быть собакой. Все соберут вам, все приготовят. Переноски у нас только есть для всех. А остального ничего нет. Остальное все нужно готовить, собирать. Столько еще дел доделать надо дома. Да, милусик? Миленький мордусик. Столько дел, столько дел. Да, Викусик? Викочка. Ой, как некогда человеку, а? Некогда ей слушать тут ерунду какую-то мама говорит. Так что вот, скоро буду собираться, прямо в темпе уже. Потому что времени все меньше и меньше становится. Вроде бы целый день в делах, в бегах. А как-то все равно еще много очень дел остается недоделанных, нерешенных. И иногда волосы дыбом стоят. Сколько еще всего нужно сделать. Так что вот как-то так. Но самое главное, что скоро нас ждет интересное путешествие. 100 лет на поезде не ездила. Мои малыши так вообще не ездили никогда еще, да? Не летали на поездах, не ездили. Так что вот скоро будем собираться. Будем вам все рассказывать, что приготовили. Что получается у нас, да? Ой, моя девочка. Так что вот, всех целуем, обнимаем и много радости вам желаем.